Как один день, наверное, пролетели эти годы. Если честно, я не помню, как образовывался этот коллектив. Это был далекий 87-й год. Мы были, наверное, совсем молодые. Я вот лично в армию уходил в это время. Я не помню. Но я прекрасно помню, как с этим здоровским коллективом мы всегда выезжали на все областные, республиканские сабантуи, где бы они ни проходили, в каком бы городе они ни проходили, Чишма всегда была с нами, Чишма была всегда в составе Бавлинской делегации и блистала так на сценах Оренбурга, Самары, Тюмени, Новосибирска, Тобольска, какие города я забываю, Челябинска, Магнитогорска, Уфы и многих-многих других городов Российской Федерации, в их репертуаре не только татарские песни. Они прекрасно поют русские песни. Было время, когда Чишма буквально за ночь выучила турецкую песню, потому что приехали наши братья-побратимы из города Кютахья, республики Турция. И за ночь они выучили эту песню и так спели, что турки прослезились. Помните, да, девчонки, как это было? Дослар, миссис Набарахзада, Килиган Хунахларна, Безнам Артислар Безна, Шушузур Юбилей Бенте Абриклим. Утазил. Альбетте, Бик Беляки Сон Индул, Шушунды коллектив Ишен. Шинки, у коллектив, Безнам Балу Тубягинда, Балу Тарихинда, Зур Урун Оларды Пулим, Безнам Анды коллектив Лар, Бик Куптюгаль, Балу Районда, Ор ветеранов болса, анан бірсе, мына екіншісі, әлбәтте, сіз боларсыз деп ойлаймын. Сізге зор рахмет, қыздар. Вам огромное спасибо. Татьяна, тебе огромное спасибо, что ты вот собрала девчонок. И сегодня вот такой прекрасный коллектив, он процветает в нашем городе и нашему зрителю. Большое огромное спасибо. Позвольте мне сегодня вручить благодарственное письмо. Оно написано на русском языке. Девочки, вы понимаете, почему, да? Но... Чего ты смеешься? Вот. Позвольте прочитать. Уважаемый коллектив Народного вокального ансамбля «Чишмэ». Выражаю вам благодарность и искреннюю признательность за большой вклад в развитие культуры Бавлинского муниципального района. Сегодня культура – это очаг творчества и радости, добрых встреч и приятных минут общения. Любовь к музыке, желание постоянно совершенствоваться позволили вам стать одним из ведущих коллективов в районе. Благодаря вам культурная жизнь района становится более насыщенной и многогранной. Вы дарите праздник души, радость общения с прекрасным, заряжаете положительными эмоциями. Ваша творческая деятельность способствует сохранению и развитию культурных традиций нашего района. Вы пользуетесь заслуженной любовью не только в Бавлинском районе, но и за его пределами, щедро даря публике тепло, радушие и лучшие традиции народной культуры. Каждое ваше выступление оставляет неизгладимые впечатления в сердцах благодарных зрителей. От всей души желаю вам новых творческих достижений, здоровья, счастья, благополучия, радости и добра. Глава Бавлинского муниципального района Рамиль Гадиатуллин.